включает свет, говорит, а где он? Кто? Свет. Я не знаю. Она холодильник открывает, говорит, а вот он. В Грузии мужик русский едет, смотрит, красный светофор, он остановился. А другие все едут, как будто ничего не происходит. Он думает, да еще хуже, что ли. Только включил первую скорость, только тронулся. Гаишник. Лейтенант Гурбелишвили. Вы что, не знаете, что на красный свет ездить нельзя? Знаю, почему едете. Я почему еду, а они почему все едут. Они не знают. Ну, про еврейскую красную шапочку смешно, мне кажется, очень смешно. Но все равно, вот, когда мама говорит, деточка моя, ты сейчас пойдешь бабушке, понесешь ей пирожки. Она тебя встретит, она будет говорить, что очень старенькая, очень хочет кушать. Ты стой на своем, пирожки с капустой, 10 рублей с мясом 50. Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Закрыли глазами, ладонями, не видишь, что не будет. 29 июня, в понедельник, плюс 19, плюс 21, облачный и с прояснением. Короче, другими словами, распогодится. Ветер будет северный, 6 метров в секунду. А вы не забывайте, что время приветов уже скоро. Я жду от вас смс. Спонсор ООО «Велес». Сильный дух и купи красоту, когда ты все кухнешь, чужись от боли. Со своей любовью, фотографии в альбоме, а теперь возможно, уже я. Чаще. Ай, шаг, это вода, дендербендерева. А это новый элитный район столицы, в котором трудятся гости из Средней Азии, Равшан и Джушу. Сейчас они делают ремонт в роскошном пентхаусе светской львицы Ксении Собчак.